Наконец-то наступил тот день, когда у нас двор сейчас уменьшится. Я Валерии говорю, сейчас ворота поставят, сразу двор такой маленький будет. Сейчас же привыкли, до самого забора двор. Фузер. Пошли мы с Настей в больницу. Да, возьмем справку, надеюсь, что там кто-нибудь нам даст эту справку. Потому что я позвонила в поликлинику. Позвонила в поликлинику, а говорит, да, врачебный кабинет сегодня не работает. Никого нету, завтра вроде как тоже. Капец, короче. Да, врачей не хватает, поэтому уже мы идем. Кто-нибудь да примет уж, наверное. Педиатры тоже вроде как нету. Не успели прийти, уже обратно идем. Вон наша больница. Сейчас через 15 минут закрывается на санобработку. И они еще в бокс бегают, в общем, с температурой, у кого дети. Сказали, с 5 до 8 можно подойти. Там будет врач. В общем, вечерком, значит. Быстренько прогуляемся. Да? Хорошо, что мы рядом живем, мы как-то не особо-то и напряженно. Лера тут красит. Сейчас покрасит, получается, высохнет, потом вот это, да, повесим. Можешь сразу пофнастил покрасить. Не знаю, красный. Сейчас перебрала еще помидоры. У нас еще, видите, почти пол корзины. Перчик. Фиолетовый. А еще у Насти день рождения будет через месяц, 15 ноября. И решили мы сделать ей пораньше подарок. Купить телефон. Вот сегодня надо будет съездить. Ура! Танцы, танцы, танцы. Да, да, да. Я, если что, в пижамке. Ну, а что ты в пижамке? Надо, ну, мне тапочек рваться. Ну, тянете, потому что. В общем, съездим, посмотрим Насте телефон. Че, рада? Только потом через месяц не проси подарки в день рождения. Все. Это тебе на день рождения. Это еще не бабуля, да? Да, так что сейчас Валера докрасит и поедем убирать. Мы с папой. А вы дома посидите. Чехол, если там будет, знаешь. Надо сначала телефон купить, а потом ты сама чехол выберешь. Чехол вместе. Да. Поедем. Коротко о Насте, но и реакции. Только я не знаю, как мы с этой девочкой это все переживем. Молодец. Пожалуйста, иди оденься, Лиза. Ты рада, Настя, да? Так мы же еще не купили. Чего? Ты что себе, Настя? Первый будет. Такой, ну не первый телефон уже. Я не знаю, сколько у них телефонов было. Сейчас. Ну, я надеюсь, он надолго, да? Надолго. Очень надолго. Будешь следить, как за новым. Если будет где-нибудь валяться, я заберу. Да. Да что ты бьешь-то? Мы еще не купили, она радуется. Говорю, Настя, не говори Лизе, что новый телефон. Настя не выдержала, сказала. Пока, конечно, Элиза рада за Настю, но не знаю, что будет попозже. Но решили мы пережить этот момент. Раньше времени подарим телефон. Во-первых, потому что там дальше у мамы будет еще день рождения. Как бы сначала у мамы день рождения, потом у Насти через 3 дня. У мамы 12 ноября, у Насти 15 ноября. И вот
уже мы этот момент переживем таким образом, да? А то и Лиза у нас там с ума сойдет. У Насти день рождения, еще и телефон ей подарили. Она, бедная, себе места не найдет. Ага, поэтому мне... мы уже она переживем. Сейчас Насте говорю, что, мол, это ты Лизе не говори пока, что сейчас поедем тебе за телефоном. Она такая, это сидела. Я пока робот-пылесос чистила, сидит такая, не может, и засмеется. Ну, не выдержала, ну, минут пять, наверное, она так, ну, не минут пять, минуты две, наверное. Элиза, мама сказала, мне сейчас телефон купить с мамой. Я думала, сейчас истерика будет. Нет. Аж прям не выдержал ребенок радости такой. Еще надо будет краску купить. Ну, что считай, это на весь забор, да, получается, она у нас ушла. Она же не полная еще продавалась. Эта банка, кажется, такой полный. Это надо будет маленький, наверное, хватит. Ну, я еще изнутри буду красить потом. Ну, решили, в общем, мы профнастил пока старый повесить. На следующий год посмотрим. Потому что у нас пришли непредвиденные обстоятельства, да, всякие. Ну, как бы, знаете, мы и не планировали в этом году менять профнастил вообще. Вот. А на следующий год, дай бог, все получится. Вот здесь пришлось наваривать, да, чтобы для чего вот это наваривать? Ну, у нас же увеличились ворота. А, увеличились ворота. Ну, и не надо варить, зачем нам А калитку? Калитку попозже, да, когда? Ну, он приедет, мы освободим. Артем освободится уже попозже. Что? ETS. 2 гигабайта. ETS, видишь, процессор или какой-то. Угу. И оперативка только меньше. Ну, а здесь и оперативка, и все, и больше. О, Realme. 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта памяти. Че, вот это купим? Дайте 100 рублей. Тогда. Ну, все, купили вот такой вот чехол еще красивенький, девчаченький. Да. Но она еще сама померит. И вот такой телефончик. Сейчас будем делать распаковочку. Рада? Идем. Что, будем распаковку делать? Элиза уже плачет. А ты, Элиза, что делаешь? Пока бесполезно. Ей надо пережить этот момент. Нет. Как она сбегла? Сбок. Садись. Сбок? Да. Как? Сейчас папа поможет. Ну, папа. Она не сможет, да, надо починить там. Та-да-да-дам, та-дам, с днем рождения! Ты же подгрузил. Вот аккуратно. Вот так. Реалми. О, какой звук приятный. Привет, привет! А там, а что? Здесь зарядка, наверное. Зарядка, а там документы. Вот такой вот телефончик. Ну. Зарядка. Зарядка, как у папы вроде бы. Вот же, вот, доставай. Сбоку. Он уже включен, да. $9000 такой телефон стоит. 9000? Да. Мама, смотри, какой телефон. Вот. Он как айфон, как будто бы. Элизочка, прими ситуацию, пожалуйста. Так нечестно. Ну что нечестно? Мы тебе планшет купим, хочешь? Потом. Денежки еще раз получим и планшет купим. Что?
А вот тебе приятный бонус. Это лак. Это чтоб ты не плакала. Это лак для ногтей тебе специально для принцессочки. Папа, когда давно ты еще покупала нам лак? Покупала. Дюра не сама. Как тебе чехол? Очень красивый. С фламинго. У тебя же дневник с фламинго, по-моему, да? А потом мама купит, да, мама? Это, да, сами выберете. А это мне будет. Нет, эту коробочку нам пока не надо ломать. Сейчас посмотрю. Нужно гарантии только. Что-то здесь, по-моему, стоит. Это что, вот же был. Че? Это чехол, да. Мы его сейчас это оденем нормально. Будет нормально. Настя, а тут и там показывают. Сейчас я у Насти буду просить, дай поиграю, Настя, с телефоном. Иди уже, это да, это меню. Ой, подожди. Ты же меня дашь? А что тебе дай? Ты все равно никуда не сможешь зайти. Надо сначала сим-карту поставить. Может, тебе сим-карту специально купила, чтобы ты звонить могла. Нет, ты сама потом уберешь куклу. Это пока не трогай. Так, Лора, здесь получается 3 гигабайта оперативка, да, Валер? Да. А память 32 гигабайта. Да, вот. Батарея 5000 мах этот. Здесь есть отпечаток пальца, FaceTime, по-моему, даже есть. Отпечаток пальца, мам. Да, 13 минут. Мы не будем делать отпечаток пальца. Все равно ко мне никто в телефон не зайдет. Мама, да. Надо вот здесь открывать. Не, хотя можно, в принципе, отпечаток пальца. Она же в школу иногда будет его брать, например, когда надо будет позвонить. Графический ключ поставить. Да, или графический ключ поставим и все. Ну, можно палец, потом ты не посмотришь пока. Нет, а можно несколько пальцев. Нет, ты делать. Не посмотришь телефон. Можно несколько пальцев делать. Нет. Маме, семейный пап... типа доступ. А-а-а. На твоем доступ... тоже так. На твой, твой отпечаток. Вот, красиво, но ты красивый. Висен и мой. Мы самые главные. Иди кружку. Мам, он поздно. А знаешь, где у тебя отпечаток пальца? Иди сюда. Где? Вот здесь. Мама, а я думала, она отключается. Да, надо сначала сим-карту поставить. 9000? 9000 твой телефон стоит. Красивый. Ты такая это... красавица будешь. Да. Успокоительно. А он дороже? У тебя есть отключаток? Да. А? Он дороже, чем нет. Он. Нет, ты чего? Я не купит. А что тебе купит на день рождения? Что хочешь, давай. Это же зарядка. Нет, а, кстати, поставь отпечаток, чтобы вот не мыльнуло. Этот надо. Сим-карту. Где сим-карта? Доставай. Там, кстати, на рождение. Что тебе? На рождение купить планшет. Планшет, да. Здесь него, здесь, да. Здесь арбузики, фламинго. Конечно. А мне на рождение купить планшет. Планшет. Настя, теперь ты на сладости будешь тратить денежку, дадут, а ложить на телефон денежку. Да. Мне отдавай. Давай куда-то вам надо, Валер. А я не умею это. Он, наверное, ты так. Ты же делаешь. Там, наверное, это. С этой штучкой. А мне кажется, нет. Как-то. Нет. Не трогай мой телефон. Крышка, ну, достается. Вот. А, давай. Папа, я тебя очни. Все, Нас, теперь ждем от тебя. Так, такие же приятные моменты в качестве оценок. Делаем. Тебе нравится? Да. Настя, дай, пожалуйста, блогер будет. Ну, она ж, пожалуйста, попросила. А он пока не включается, Лизочка. Я еще там... Да. Подожди. А что ты хочешь посмотреть? Там пока никуда не заходит. Сейчас мама настроит, сделает аккаунт Насте свой специально, все. А потом она тебе даст. Посмотрит, когда и тебе даст. А ты пока ногти можешь накрасить. Вот, видишь, она тебе сказала, Настя, дай мне, пожалуйста. Вот так вот, Элисочка, и надо просить, когда ты хочешь у Насти попросить, да? Да, да. Номер? Вот сюда нажми, вот. Да.
Вот, бабуля, видишь? Читай, где написано. Нажимай на бабулю. Нажимай. Видеозвонок. Вот это видеозвонок. Звонок. Кто это? Скажи. Сейчас и ты позвонишь тоже. Она, наверное, пока не поймет, что там, кто там. А бабуля не берет, да? Бабуля такая крутая. Бабуля, ты... Крутая бабуля? Бабуля такая накрытая. Привет, бабуль. Бабуль, ты где сейчас? Привет. Алло, я, да? Подожди. Мне новый телефон купили. Настя, новый телефон купили. Скажу. Забудем тебе. Нет, ну Лиз не купили. Лиза, дай сначала баб... Привет, Катя. Ну вот. Там есть Анжелика, Катя, у меня еще и мама. Дай телефон, Настя. Мне, короче, бабуль, мне, короче, новый телефон купили. Сейчас, где папин твой телефон? Да, красивый. Завтра выйдет. Завтра выйдет. Ну тогда ладно. Я сейчас Анжелике позвоню, короче. Ну, что, дай потом. Да, теперь мы с тобой будем созваниваться. Да, дай потом. Дай ей попробуй, дай ей. Да. Если Настя разрешит, да? Планшет. А Элиза планшет купит. Бабуля на свой телефон. Ты что заблокировала? Она просто там выключила. С кемчиком. Чё, мам? Тихо, Настя. Настя, дай мама. Что-то не слышно тебя. Да, как качество хорошее? А, качество, да. Ага, ладно. Дай мой телефон. Я тебе так позвоню. Дай мне телефон. Ты какой телефон купили? Мам, давай я тебе так позвоню, а то связь плохая. У тебя. Заказала еще себе такую помаду. Фирмы Top Face. Матовая. Мама, я хочу тоже помаду. На Озоне. Ладно, потом такая она розовенькая. Мама, сейчас она и будет делаться. Че, один раз только давай накрашу уж. Вытри губы свои. Такой вот цвет. Какая-то там роза. Сейчас вот на Элизе покажем, какой цвет. Вау. Тебе так идет, Элиза. Губки-то что, сжала? Вау, ну-ка. Опа, вот такая вот красавица. Вот так воздушный поцелуй. Ой, как... Иди посмотри на себя в зеркало. Какая-то красотка. Папа, орехи щелкает. 20 тон. 0,20. Top Face хорошая косметика. Отзывы читала вот по этой помаде. Что хорошо держит. И не смывается, когда кушаешь, да чё? Чё, красивая? Залюди. Залюди губами своими.